В преддверии Дня матери почетные знаки главы региона за достойное воспитание детей получили саратовские мамы. Мероприятие, приуроченное к празднику, который отмечают 30 ноября, прошло в региональном центре поддержки одаренных детей. Несколько жительниц Саратова получили почетные знаки за воспитание детей из рук Валерия Радаева, а также памятные подарки в виде наручных часов. Их дети – победители многочисленных творческих конкурсов и спортивных мероприятий. Также поздравили с праздником сотрудников учреждений соцсферы. Сегодня, когда наше общество находится в поиске глубинных духовных опор, возвращается к своим историческим корням и традиционным ценностям. Грех не осознать в очередной раз значение главной святыни – матери. Ведь тем, как мы к ней относимся на житейском и мировоззренческом уровне, измеряется нравственное содержание любого человека. День матери – это международный праздник. В России его отмечают в последнее воскресенье ноября, а изначально он был утвержден в нашей стране в 1998 году. Материнство – это огромный труд, очень тяжелый, очень ответственный, почетный и неоценимый. И, конечно, не случайно указом президента учрежден этот праздник – День матери –